В конце хотел бы выразить от меня и от нашего села всего, и от команды свою благодарность вот всем организаторам, вам в первую очередь, за этот турнир, который дает возможность всем нам играть, тренироваться. Это нам очень не хватает в Дагестане. Активный и здоровый образ жизни пропагандируете. Спасибо. От нас благодарность вам. И наша благодарность всем ребятам, которые играют. За братское и такое взаимоуважительное отношение друг к другу. Это показывает наш дагестанский дух и солидарность. Спасибо вам.